друзья, смотрите, куда мы приехали сегодня. Пес всю дорогу спал. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, вы на канале Блондинка Жарит. Мы приехали в гости к хоббитам. Сейчас вам будем показывать, что это такое за интересное место. Привет! Привет. Так, мы приехали пораньше и решили тут посидеть, утек. Интересно, а колеса крутятся? Конечно, крутится. Можно на 1% похоронней вкрутить? Можно на 1% похоронней? Давай. Козявки? Ну кто меня разрешил снимать? Кто козявки? Кто козявки разрешил снимать? Какие козявки? Какие козявки? Я ноготь смотрю. У меня кусачки с собой есть. И пилка. Так, а как ты вообще включаешь окно? Тебе есть набор на все случаи жизни. Так, подожди, но у нас шашлык, поэтому в ресторан мы не пойдем. Если в ресторан, только чайку попить. Потому что я хочу поджарить. Я мясо много взяла, стейки взяла. Бургеры взяла, короче, я только не взяла. Да? Нам на 2 приема пищи с головой, да? А как ты открываешь окно? Вау, окно. А просто мне открыть? Давай. Сюда? Нажимай. И посередине. Все, отпускай он сам. Дверь нашу подними. И все, отпускай сам. Ну нет. Ого. Ну а пес всю дорогу проспал, проспал, моя любовь, любовь. Ну что, друзья, вот горка, дом Цветуньи, дом Тома Громадины, Боба и Веткинса. О, тут еще вот вода, душ, баня. Давайте посмотреть, пойдемте. Вау, красота. Наконец-то мы приехали, да, Лапусь? Смотрите, друзья, вода. Вау. О, прекрасно. Вау, какая красота. Могу, проходи. Опа. Вау. Давай. Пау, все. Какая красота. Так, здесь я смотрю, лампочка. А, как прикольно, на дереве лампочка. Это чтобы было светло. И какая тропинка. Еще лампочка. Блин, вечером, наверное, прикольно здесь ходить, как в сказочном домике. Здесь да? Надо походить вечером, да? Блин, мы ж без ночевки, мы ж без ночевки. А, хочется уже с ночевкой. Да, Диан? Вечером эти лампочки все зажгутся. Сквозь лес. Еще такие тропинки сделаны. Как интересно. Погуляем. И как раз посмотрим. Я тебе взял. Сейчас мы еще до домика Цветуньи дойдем. Нашего домика. У нас домик Цветуньи. И вот они, эти дома. Вот они, эти дома. Ой, я этот видел. Вау, как интересно, боже, блин, конечно, на фото выглядит не так, вживую намного лучше. Вживую намного нет. Да, лучше, да, интересно, интересно, вау, душ, туалет, пойдемте. Раз мы тут, можем зайти в душ, туалет. Паутина, как красиво. Паутина, как страшно. Да. Ну, да. Так, банька. Так, а это тоже стиль? Это баня. Так, подождите, а это? Вот это туалет. Туалет, пожалуйста, да. Круто. Специально так, ну-ка, закрывай. А вот это в туалет надо? Так, ой. А, ну это настоящая баня.
А где свет? Есть свет? Есть свет, вот он. Только включать или нет? Свет. Прикольно. Не, ну у нас это... И вот, я так понимаю, душ тут, да. Вот, пожалуйста, в душ можно ходить в бане. Как интересно. Там стоит. О, все работает. Круто. Баня. О, мост туда. Вау. Не, ну пусть в баню не надо. Смотри. Посмотри, только пойдем. Пожалуйста, и фены. Все очень чудесное место просто. Мне очень нравится. И вот где в душ можно ходить, да, я так понимаю? Ну-ка. Как хорошо, в лесу прикольно все это сделано. Как интересно, как атмосферненько. Да? Да. Не-не-не, там вот душ, друзья. Душ. Такие домики интересные. Да, душ закрыт, там кто-то моется, но он настоящий, хороший душ. Вот еще домик. Как сделано хорошо. Мне нравится. Ты чего крепишь? А? Мне нравится, что здесь домики удаленно друг от друга, да? Так, это чей домик? Вау. Ну, пройду, посмотрю. Да, такие мостики интересные. Ну, в да. Боже. Красота. Тут лампочки, да, вот. Чтобы можно было ходить. Интересно, аккуратненько. Ну, вообще-то я собиралась уехать. Ой. Я собиралась уехать пораньше. Завтра все-таки школа уже начинается. Ай, ну вообще, мы можем, конечно, остаться и на ночь. Вот такой дом интересный. С мангальной зоной. Да? Где наша Диана? Где она? Ну ничего, сейчас найдем, да? Там еще, но это такие большие дома, они уже со своим душем есть. А у нас маленький такой домичек, как земляночка, типа. Как? Ну, сейчас посмотрим. В принципе, он красивый, хороший. Это тоже хорошие дома, но они больше на обычные дома похожи, да? Ну, такие. А я захотела прям совсем стилистический такой. Да. Интересно. Вау! Вау! Здесь еще одна парковка, да? И вот огромные домища тоже есть. Там и детская площадка, еще парковочка. Так. Там еще домики. Вау! Ну что, сбегай до Дианки. Сбегаешь, ее приведешь? Давай. Если что, я подойду. Вау! Интересный тут еще домик. Так, а я сейчас хочу еще найти свой домик. Мой домик. Просто я так планировала, вот еще какой дом там. Там и цветы, и все, и площадка детская, интересно. Я планировала на дорогу там с запасом время. Еще думала, в магазин заеду, но в магазин не стала заезжать. А смысл? У меня получилось, что я все взяла и заказала, что надо. Вау. Поэтому... Так, сейчас... У Глеба, покажи свой браслет. Вау. Это браслет от комаров. Чтоб комарики не покусывали. Ну что, а теперь иду в другую сторону. Тут всего три пути есть. Один мы прошли по кругу. Тут второй путь. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что здесь есть интересного. Ну да, мне нравится, что вроде и леса, вроде и цивилизация, и вода, и домики. Уже не терпится зайти в домик, посмотреть, что внутри. Так, друзья, тут вот домик. Может, ко всем домикам подошли, да? Ой, надеюсь, там люди сейчас не выйдут ругаться.
Ну прикольно, вот. Это не цветуньи случайно? Так, по-моему, нет. Это не цветуньи. Так, пойдемте. Это не цветуньи. Диан, там люди заселены. Да. Я. Или это цветуньи? Я вот не пойму. Я просила мангал еще. Ну и там был... Вот это, наверное, и есть мангал. Ну не мангал, а вот это как зона для шашлыка, то все. Вот это. Вот непонятно. Но он закрыт. Закрыт. Вот здесь вот я буду жарить. Вау, какая штуковина интересная для жарки. И тут есть где походить, где посмотреть, где что. Да, наверное, это цветунья, боже мой. Это не цветунья, случайно? Так. Так, пойдемте посмотрим еще. Что здесь? Такие лесистые местности-то. Вон еще домик. Так, собаке не терпится уже походить. Да? Сейчас. Сейчас мы тут разберемся и будем ходить. Ну, у нас сказали, домик еще не убрали. Поэтому. Там, да, кто-то. Вот еще. Тут вон птички или кто. И тут прям на деревьях такие фонари. Прикольно. Ой, белка или кто-то здесь. Я вижу кто-то, кого-то. Не знаю, тут леса такие. Да, малыш, сейчас, подожди, разберемся, заселимся и тебя пустим. Вот. Тут еще один домик. Вот, интересно, да, вода тоже закрыт. Так, ну домик закрыт, и вот, пожалуйста, можно жарить. Шашлычок на природе. Прикольно, мне нравится такого формата, да? И хорошо сделали, неплохо, да? А проверь, вода идет. Давай я проверю. О, пожалуйста, вода идет, все отлично. Прикольно. Не можем понять, это дом цветуньки или не дом цветуньки, или тут люди заселены. Вот. Друзья, здесь вот. Я так понимаю, ресторан, но не написано. Или это домик, коттедж, может, это такой. Здесь вот растет грядки, патиссончики. Да, всякая вкусняшка. Вкусняшка. Вот подсолнух. Это? О, да, но он накрыт сеточкой. Вау, печь. Ну-ка, прикольно. Тут есть где умыться. Вода сюда надо залить, наверное, да? Туалет, пожалуйста. Ну, лопусь, хватит. Ну, подожди. Как круто. Тут ежик. Ежик здесь, Глеб. Где ежик? Вот, на окне. На окне ежик. Ай. Блин, чуть не упала. Смотрите. Крапиву попал. Сейчас обработаем, не знаю, что, фенистилом, что ли. Ну что, друзья, давайте. Давайте. Спрей какой-то. Спрей? Сейчас посмотрим. А тут мы будем делать мясо. Вау. Нас предупредили, что тут есть дикий кот какой-то. Вау, это кто? Комары? Красота. Да, лапусь. Извиняюсь, ничего, если я... Да, за твои очки угонил. Ну ничего, ладно. А, друзья, мы здесь уже вот пойду я, короче, жарить еду. А мне понравились. Можно мне в мелки? Мне тоже. Можно? Мелки сейчас посмотрим. Пойдем, найдем, где рисовать. Пойдем с тобой тоже. Что, друзья, без жидкости для розжига. Вот что. Собака привязана. Никуда ее не денем. Так, сколько время? О, уже хочется есть. Эта штука от комаров работает. Спички закончились. Боже, все. А я рисую машину и капот. И механизм будут сломаны в капот. Да. Я буду чинить. Ну что, друзья, жидкость для розжига мы нашли.
Теперь все нормально разгорелось. Мы еще дрова взяли. Вау, будем сейчас делать. У меня тут собака ест стейк. Я буду вот этот стейк. Но шампуры-то мы не взяли. Сейчас мы вот этот стейк, вот это мясо, все, что у нас есть, буду готовить в этой штуке. Ну и, может быть, на палочках. Посмотрим. Ну что, я вышла из положения. Готовим стейк и мясо. А, вот, Дианка говорит, надо заснять, показать это. А, значит, лук по-походному. Это когда целая луковица была, целая. Берем ее вот так вот. Вот так, видите? И вот это вкуснятина. Теперь это самое вкусное, что можно съесть. Собак, Винни, где собак? Папа, собак, ты что, лук ешь? А я съем. Лук по-походному. Я взяла много нажарить. Но вот, пока что поджарили, зато рыбка готова. Ням-ням. Ну и тут еще дожаривается и картошечка. Ну, в принципе, мне нравится. Друзья, как вам, дети? Нравится. Микусик, ты где? Прикольно, прикольно. Ну так, поела полусырого мяса. Надо было шампуры брать. Дианка ветку ищет, хочет себе поджарить эту. Хлеб. Или ты по грибы пошла, вон там собираешь, я вижу. Грибы, да? Я ветку отрываю. А, прикольно, мне нравится. Есть вода, все помыть, руки, ноги. И да? Еще один карамбур. Боже, глаза слезятся. От дыма, зато комаров нет. Вот эта свеча, это так, фигня по сравнению вот с этим. Вот, вот что от комаров. Ветка. Нашла ветку, давай. Ура. Делай себе хлеб, жарь. А ты уверена, что она не ядовитая? Ну ты там, где будет хлеб крепиться, не ешь, съешь вокруг. Вот и все. Пес. В серединке закрепить или в серединке упадет? Вот так, на эту. Чи? Ну закрепи как-нибудь. Вау. Ну, ладно, вперед. Ну, друзья, хочу я попить чай, все, сделаю здесь сейчас печку. Первый раз в жизни давлю печь, это так прикольно. Ну что, друзья, начинаем, смотрим, что получится, узнаем. Сейчас тут разгорится, и хочу закипятить чайник. Я пока закрыла. Как прикольно, еще как камин такая, да? Атмосферно, конечно, здесь. Ну и что, реально? Тут, конечно, света немножко не хватает. Тут... Ау. Тут только сыро. Реально будет. Ну, давайте... Как тут? Можно? Блин, пока еще ничего не горячее. Ну тут вон что. Вау. Да-да, горит. А я так понимаю, вот эту надо снять. Чтобы, да, чтобы чай можно было закипятить. Ну пойду я свою воду налью из бутылки. Поставила я чайник, залила водичкой. Ну и смотрим, сейчас разожгу. Тут что-то оно не разгорелось еще. Прикольный механизм. Вроде разгорелись. Да, так подгорели, разгорелись. Чай, ну-ка. Ну нет, холодный еще. И я вот, ой, как мило. Я решила еще зажечь вот эту красоту. Атмосферно, прикольно. Попробую, прилягу, устала. Решила я разжечь кострище. Прикольно. Пока посидим. Я не знаю, я наелась. Глеб тут играет. То, друзья, я кинула туда 4 вон картофана. Ну-ка, 4 картошки, что получится, интересно. Ну, сготовится, не сготовится. О, боже, дым пошел. Это что значит? Это значит, что печка затопилась. Я рукастая женщина. Это тоже скину. Вау, вау, смотрите. У нас есть дым из трубы. Ха-ха-ха. О, кот. Тут кот. Где кот? У нас писает. Мяукнул. Ой. Сними мне тоже. Он сейчас хочет напасть. Всем мяско. Ой, отдашь ему что-нибудь? Ух ты, мой хороший. Так, это не еда. Это у нас
лапусь. А у меня для тебя что? Куриные грудочки, я знаю. А сырые можно? Конечно, это же дикая кошка. А. Позасними мамочке скинь, как деда Юрки. И мне скинь. Милому коту. Ну, я тоже себе часть карты возьму. Ладно, почему. Скидывай. Видишь, грудочку даю. Сейчас. Ох ты. Я знаю, что ты хочешь, да? Не подходи, а то убежит. Не подходи, да. Оу. Сначала к ней надо мясо принести, потом подходить. На. А ничего. Держи. Ох ты. Я боюсь тебя попасть. Опа. Держи. Вкусно. Кушай. Во наглая. Во наглая. Хотела бы вкуса не стала есть. Из пятерочки. Кот, ты наглый. Она ушла? Я это сделала. Крутой розжиг, чайник сейчас закипит. И я хочу картошку поджарить прям дольками. А, ножик в машине. Может, сходим сейчас прям вот здесь. Поджарю картофан. Какой напор, покажи напор. Какой напор. Тут тоже можно воспользоваться. Ну, посмотрите, какая штука большая. Сколько тут литров, если ее всю залить. Да. Но она такая тяжелая, пупенная тяжелая. Да. Поэтому ее всю залить, это еще туда будет. Промочила обувь. Дианка ему дала свою обувь. А сама решила одеть пакеты. Нет, я хотела, он мне обувь зажал. Я пришла с пакета одевать, с его характера. Боже, какой ужас. Ой. Ой. Ну как, чувствуется нормально? В эти, вообще, в древние времена так и ходили. Ничего страшного. Но в древние времена... Ну нет, пакетов не было. Но ходили, в принципе, да? Ну как? Нет, до этого, до лаптей. До этого у них были подошвы, как обувь. Вот тебе подошвы. А потому что, говорю, надо с собой брать. Берите с собой что-то. Да, если мы едем за город. Так, что здесь? Картофан. Опа. Мы как его тут будем потом искать? Сколько кинули штук-то? Помните, друзья? О, ничего, такая картошка, кстати. Ну-ка. Догорает уже. Мясо бы как сделать? Ну, нельзя же прям мясо на угли, да, кинуть? У нас не в чем. Я с собой что-то не взяла, ни шампура, ничего. Здесь вот чайник закипает. И мясо. Тут кот ходит полудикий. Я туда мясо ему кусочек, вот эту вот грудку прям дала, кинула. Он не стал. Что-то вот она там валяется. А может, съел. Сейчас придет, съест, не знаю. У меня еще стейки и вот это. Не знаю, как приготовить. На чем? Просто реально не на чем что-то. Да, туалет такой интересный. Здесь какая-то это ямка. Ну, какой-то компост или что-то, я не знаю. Там, боже, я первый раз такое вижу. Там непонятно что. Ну, а здесь чайник-то закипел уже, в конце концов. Дай-ка я открою. Ну-ка. Пар идет. Блин, пар идет. Значит, дело-то пошло. И где-то здесь... Сейчас я вот это протру. Может быть, картофан-то и сделаю. Я пойду за ножом, наверное, все-таки в машину. У меня в машине нож остался. Ну что, друзья, так как пока Глебины сохнут, он ходит в Дианкинах. Конечно, учудили. Я решила памперсы взять. Памперсы на ноги. Это самое то. Диана! Диана, не надо ноги студить. Ка, не студи ноги. Винни-Пух, что ли, с собой взяла? Ну вообще. На, одевай. Одевай на ноги. Тепло будет хотя бы. О, что ходить? По ветеру, ну, никто не видит. На, что студить памперсы, ноги? Памперсы, да. Ну что, в памперсах, мне кажется, нормально. Лучше, чем босиком или в пакетах. Посмотри, тепло, хорошо, и походить можно. Никто все равно не видит. Да? А я вот жарю картофан. Вот таким образом. У меня руки грязные.
Ага. Блин, уже запах картошечки. Что, лучше, чем на мангале? Не знаю, сейчас с мангала выну. С этого. Какой мангал? Ну, ну с угли, на углях, на кострище. Да. Фарш у нас вот, что с ним случилось. Ну, его, наверное, не приготовишь. Как его сделаешь? Можно включить да. кран? Включай, только там воды нет. Хватит? Картошечка. Кана, налей воды, сходи вот в эту штуку, хотя бы половинку. У нас же еще кабачок, пойду я его в костер кину. Ну, запеку поесть. Какая красота. Сейчас ждем, пока угольки потухнут. И тогда будем уже уходить, собираться. Вот тут котик. Вот он. Котик. Ну что, друзья мои, все уже завершили. Все, ура! Поехали мы до дома. Да, мне так понравилось создавать свою личную розу. Ой, а что это? Вау, да, интересно. На чем-то фокусируется или это на моем лице сейчас? Я сейчас на нем. А что я тебе вижу? Подскажи. Ну что, друзья, пока-пока! Пока! Пока! Ой, так я нашла еще одного. Да.